что это ни к чему хорошему это не приведет. Да, хорошо вот так вот с такими бы мыслями хотя бы, да, чтобы борьба эта, ну как, привела к благочестию хорошему такому. Чтобы не было срывов, вот. А то неприятно, когда человек столько потрудился, а потом вдруг оказывается, что да нет, потом опять начинается. Так это все. Мой труд просто одни страдания и прочее все. Ничего я не сделал, ничего нигде не трудился. У меня все случалось, вот не все как-то не так. Все не то, не то, не то. У меня было очень хорошо, потом, видишь, у меня все это оказалось все на смарку. И дальше, и дальше, и дальше. И тут никак, видишь, все. Ну вот понимаешь, ты вот говоришь, что никак не потрудился, а потом окажется перед Христом, что потрудился ты. Потому что вот то, что ты достигнешь благочестия Царства Небесного, оно очень на многих людях скажется положительно. Потому что твой пример, он дальше пойдет. Его будут представлять и по интернету, и везде. Будет записано это даже. Если не Игнатий Тихонович, то кто-то другой понесет это. И представь, сколько людей сердецкое снесся, тем более сейчас, вот, когда мы можем и в Белоруссию, и с Америкой. Был бы Марс, и с Марсом бы говорили. Да. Представляешь, это, ну, просто надо вот это тоже понимать. Ну и это должно помочь тебе. Конечно. Тем более рядом такая община, ты хотел в нее попасть. Уже возраст такой маститый. Борода бы у тебя была еще, ну, такая седая. Ну, у меня седая, я, правда, не маститый возраст. Оседая что-то. У меня очень она густая получается и кольцами завивается, вроде колет-то вот. Почему обратно эту сторону колет? А у меня вот отец неверующий выпивает, ну, правда, он не курит. А борода у него по самую грудь. Я говорю, отец, тебе нравится борода? Он, да, нравится. Я маме говорю, мам, ты как его заставила, что ли, бороду отрастить? Она говорит, нет. Встал как-то раз и говорит, так, выбрось все эти бритвы, все, ненавижу это я. Я, говорит, раз, быстренько унесла. Но она с ним беседу вела, как бы, что ничего страшного, если будет борода. А он тоже такое ей. А что, если я бриться не буду? И все, и бросил сразу в одночасье. И вот уже 10 лет он с бородой. И я его в церковь зову. Один раз сходил со мной с мамой, и все, и больше не идет. Вот тоже молиться надо. Никогда ничего плохого не сделал, все время работал в поле, был геодетистом, карты составлял. Работа такая тяжелая. Постоянно на природе комары, морозы, все это. Ну вот так вот бывает, понимаешь? А у тебя наоборот, ты к вере, к Библии так тянешься, видно, что видишь и на занятиях. И, да всегда я видел, что ты Слово Божие, понятно. И бороды, что-то у тебя с бородой никак прям не сладится. Ну, борода пусть останется на последнем. Давай, да, да. Пока я это понять, я сразу понял. Курение, у каждого свой талант, как говорится, есть. Человек рождается на страдания, и ох, говорит, и ох. Ну вот, так что вся жизнь моя страдания. Аминь. Аминь. Ну, помоги Господи, я лишь тебе. Володя, спасибо, там есть. Спасибо, Христос. Если надо что помочь, тогда это призывай. Хорошо, хорошо, Игорь, ладно. Всего доброго. Спокойной ночи. Володя завтра придет, я знаю, но пойдем, наверное, за рыбой с ним. Володя, слышишь меня, нет? Нету. Я последний остался, да? Ну все, отхожу.